Мы снова в эфире. Информационный канал «Город» продолжает знакомить вас с важными событиями этого дня. Камеры провели по статье. Уголовное дело бывшего сити-менеджера Кирова Ильи Шульгина готовят к рассмотрению в суде. Следственный комитет завершил расследование, собраны все доказательства в отношении фигуранта. Сейчас материалы находятся в прокуратуре. Напомним, Шульгина обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, 2 года назад мэрия закупила 19 комплексов фото- и видеофиксации на дорогах. Сумма контракта составила 21 миллион рублей. Техника должна была следить за движением транспорта. Однако по техническим характеристикам для этих задач не подходила. Несмотря на это, тогда еще глава администрации Шульгин настоял на их приобретении. Еще одним фигурантом дела стал ИО директора управления дорожной транспортной инфраструктуры Алексей Шутинов. У него сейчас подписка о невыезде. Шульгину была избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия. Он уехал в Казань по месту регистрации. После изучения прокуратура направит дело в суд. Есть вероятность, что процесс может начаться в этом году. Он продолжит череду коррупционных скандалов. Сейчас в Первомайском, напомним, судят бывшего мэра Владимира Быкова. В Ленинском идет процесс по бывшему вице-губернатору области Андрею Плитко.